Ваш кишечник – это не просто орган, это ваш второй мозг. Он управляет вашим состоянием, настроением и здоровьем. А что, если бы я вам сказала, что ваше самочувствие, ваши решения лежат не в голове и даже ключ к счастью, а в вашем кишечнике? Да, вы не ослышались. Наш второй мозг управляет нами гораздо сильнее, чем вы себе можете представить. Сейчас мы с вами раскроем три секрета, как взять контроль над этим невидимым дирижером вашей жизни. Первый – это гидратация, волшебный ключ к активности. Начнем с воды, вашего первого и главного союзника. Пейте не менее 2 литров чистой воды ежедневно. Это не только поможет вам оставаться гидратированными, но и обеспечит плавное путешествие пищи по кишечнику, улучшая его работу и снижая воспаление. Представьте воду как транспортное средство для питательных веществ и сигнал в вашем теле. Гидратация – ключ к здоровому кишечнику. Вода несет жизнь в каждую клетку вашего тела. Второй ключ – расслабление, тайный код к миру внутри. Ваш следующий шаг к гармонии – научиться истинному расслаблению. Выделите время для медитации или йоги каждый день. Даже всего 10 минут в день могут радикально изменить состояние вашего кишечника. Это снижает уровень стресса, который является одним из основных врагов здоровой микрофлоры вашего кишечника. Расслабление – это не лень. Это необходимость для полного здоровья вашего кишечника. И третий ключ – глубокое дыхание – ваш личный массажист. Давайте воспользуемся магией глубокого дыхания. Практикуйте диафрагмальное дыхание несколько раз в день. Все это стимулирует нервную систему кишечника, улучшает перистальтику и участвует в борьбе с запорами и вздутием. Представьте, как каждый глубокий вдох наполняет ваше тело энергией, а выдох выталкивает все негативное. Глубокое дыхание не только расслабляет вас, но и активизирует внутреннюю силу вашего кишечника. Ваш кишечник готов к сотрудничеству. Таким образом, обращая внимание на эти 3 ключевых элемента, вы не просто улучшите свое здоровье, но и откроете секреты внутренней гармонии и баланса. Ваш кишечник не только ждет, но и готов к сотрудничеству. Вопрос только в том, готовы ли вы.